Умерла народная артистка России Исаева. Умерла народная артистка России, актриса Наталья Исаева. Об этом сообщается на сайте Кировского драматического театра. Кировскому драматическому театру Наталья Николаевна отдала 38 лет. Это был ее единственный, любимый, отчаянной, светлой, самоотверженной и родственной любовью театр, говорится в некрологе. Отмечается, что артистка скончалась в результате болезни. Ей было 60 лет. Исаева была известна публике культурного учреждения по ролям в таких спектаклях, как «Василиса Мелентьева», «Идиот», «Медея», «Вишневый сад» и другим.